Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет интересный интернациональный роллинг. Будем у нас ролить под коллекционера и также на английском андроиде будем ролить недостающие героев. У нас приблизительно по 30 тысяч самоцветов. Это аккаунт моего подписчика Артура, который находится в гильдии кровью и потом. Участвуя в битве гильдии обязательно. Автовызов босса 23.00 по серверу. В атаке фортов участие не принимает. Битва гильдии первые и вторые места. Так, аккаунт у нас донатный. Доната хватает. А что по героям? А по героям я вам скажу. У него куча героев прокачанных. Наверное, или очень древний аккаунт, либо он не знает, кого качать. Но я так смотрю, это все печально. Так, Афинка, ладно, согласен. Шапка, согласен. Тыква, согласен. Минотавр, хорошо. Тыква еще одна. Ладно, пусть будет. Но фараон, ну, возможно, он качает под судьбу. Я, честно говоря, не знаю. Так, чего нам не хватает? Сейчас мы посмотрим еще раз. Так, Фрея, Анубис, Ронин, Стрелок. Для такого доната, ну, наверное, скорее всего, донат либо давно был, либо умеренный. Ну, героев очень-очень не хватает. Ну, Бигфут есть. Честно говоря, даже не знаю, что вам на это сказать. Но такое. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас на английском серваке ждет. Так, у нас тут аккаунт подписчика Антона, Спартак Херак, вот так вот он называется. Находится в гильдии Ukrainian, думаю, вы ее все знаете. Первые места писать в ВК, айдишка 801-31-131 или ВК 174-521-132. Так, гильдия реально очень активная, кидайте заявочки, вступайте, кто играет на английском серваке. Что у них тут идет? Он у них... Такой вот коллекционер идет. Я на китайке в него играю. Очень офигенная тема. Честно скажу, очень мне нравится. Так, аккаунт без доната. Тут нам надо выбить ворожея повелителя бури. Вот так вот, что по ресурсам. Ну, ничего так. Давайте посмотрим на его героя. Так, тыква, отлично, отлично. Хорошо, хорошо. Ну, блин, сравните аккаунт. Донат и без донат. Сколько тут всего у него есть. Офигеть. Круто. В принципе, очень-очень даже неплохо. Все имбы, которые надо, есть и без доната. Ну, окей, побежали на наш русский сервак. Будем сейчас тут трешивать. Так, ну что, поехали выбивать недостающих, я надеюсь. Пум-пум-пум. Так, Кенди. Смерть. Ну... Да ладно. Одержимый. Получаем сразу же коробочку автоматом. Отлично. Это уже радует. Череп. Интересно, кто кого. Королева Гарпий. Душек. Хранитель. Дракула. Друид. Да, что-то мы так-то разогнались. Булька. Ну, рандомчик. Варлок. Жесть, короче. Блин, фея. Я думал, уже Фрея выпадет. Купидон. Так, ну-ка, 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 ну.
Жесть, короче. Они хотят сказать, что мы проиграем английскому серваку. Ну, ребят, вот такой вот роллинг. Но выбивали, конечно, мы дохренище всего. Но. Собрали мы все. Чем я, в принципе, поздравляю. Ну, как видите, по героям я не особо так рад. Ну, собрали даже скин. Чем поздравляю, собрали коробочку. Недостающий, конечно, мы не выбили. И это очень-очень печально. Так. Давайте зайдем. Сейчас все активируем. Берика. Так, еще не все. Как-то оно медленно все приходит. А, невозможно получить вот так вот даже. Места нам не хватает. 5 коробок уже. Да, странно, у него место не докуплено. Использовать я не смогу открыть. Ладно, сейчас попродаем синзелин. Так, окей. Смотрим на плюшки. 150. Ну, такое себе. Психощит. Поздравляю. Хотя аккаунт. Этот аккаунт у нас донатный все-таки. Ну, псих, в принципе. Неплохо, неплохо, неплохо. Возможно, мы к этому аккаунту вернемся, его запишу себе, когда будет что-то интересное на рынке. Тяжелый удар. Где его там химера? Бум, бастион. Ну, это можно оставить. Пока оставим. Пусть будет на смене, в принципе, неплохо. Ладненько, поехали на второй аккаунт. Будем пробовать сейчас на английском смотреть рандом. Там нам нужен повелитель бури. И ворожей. Странно, такие герои есть, а ворожей нету. Так, окей, поехали. 150. 150 и Афина падает. Однозначно английский сервак сейчас нас просто порадует. Гаргул. Да ладно. Пиздец. Это просто жесть, ребят. Что я могу вам сказать? В принципе, вы это все сами видите, что происходит. Нас просто унижает английский сервер своим дропом. Просто жесть. Не знаю даже, что вам сказать на это. Самое обидное то, что у него Фрея уже есть. Атлант. Дрейк. Я не знаю, как это назвать. Я просто не знаю. Это просто жесть. Надо переходить срочно на этот, на английский сервер, пока здесь акции такие пихают на базар. Это просто жопа. Напишите в комментах, как вы насчет этой подставы. Заклинательница, сердцеедка, Дрейк, Леди Лио. Асура. Да. Я думаю, что он так написал. Мне там не хватает повелителя бури. Это Варлок. Седна. Да, это просто жесть. Купидон. Стрелок.
Пипец просто. Это просто пипец. Это мне напомнило, как я ролил на нулевом аккаунте бездонатном. Шок. Еще больше не хочется заходить играть на английский сервер. Так. Еще один капитан Дрейк. Да, блин, это просто жесть. Ну, я даже не знаю. Сейчас еще, наверное, по-любому Лего, наверное, упадет. Нет, не упало. Блин, это просто капец. Посмотрите на этот базар, что здесь делается. Я в шоке. Ну, в общем, то, чего ты хотел, мы тебе вроде как не выбили. Я даже не знаю у него. Ну, тут уже все есть, что надо. Седна есть. Асуры, асуры вот нету вроде как. Ну, конечно, по героям здесь. Афину даже выбили на повторке. Ну, что я могу вам сказать? Это английский сервер. Сами, в принципе, все видите, что здесь делается у нас. Короче, полное унижение русского сервера, я могу так сказать. По дропу героев. Это просто жесть. Ну, в принципе, поздравляю, ребят. Тут выбили Асуру, там выбили ни хрена, но зато там забрали все акции. Чем тоже, в принципе, поздравляю. Ну, посмотрим. Что будет дальше, вы пишите в комменты, как вам этот английский сервер. Ну, это, как по мне, это полный трэш. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Всем пока.